Браво. Я с удовольствием поставлю вам зачет. Марину Рябинскую срочно в деканат. О, девушка, направо, прямо. Поступили. Чего, погоди, мне в деканат надо. Я вообще-то там зачет сдавала. Ну так залажу уже. Откуда ты знаешь? А я подслушивал. Неплохо поешь. А ты что, в этом разбираешься? Ну, немножко. Ну, а куда мы едем? Я тебе сейчас все покажу. О. Крутая тема. Нравится? Угу. Я с ним знаком. Ну, ладно, хватит врать. Чего врать? Я им первый альбом продюсировал. Ну, тогда ты тоже крутой. Хочешь к нему на концерт? У них всегда битком. Ну, так, спокойно. Вот, сегодня концерт у них. Правда, в Петербурге. Ну, я же говорил, не получится. Все у нас получится. Давай сейчас тронемся. Я даже маме не позвонила. Из поезда позвони. Меня Сережа будет после зачета ждать. Нормально, пусть он ему полез. Да у меня вещей с собой нет. Паспорт давай свой. Сейчас, подожди. А, вот он. На, держи. Давай, давай. Здрасте. Здравствуйте. Вот, проверяйте. Я вас догоню. Да, давай, ждем. Привет, писатель. Привет. Ждешь свою музу? Да. Так вот она я. А где Марина? Мчалась прочь души царицы. Ну, не переживай ты, ты не опоздала. Она посреди зачета ушла. Куда ушла? А этого я не знаю. Ребят! Блин, зачем я поехала? Даже не переоделась. Это же концертное платье. Ну и нормально. Мы же на концерт едем. Ты издеваешься? Как я по городу в этом буду ходить? Это бабушкино платье. Это нормальное бабушкино винтажное платье. Зачем тебе вообще ходить по городу? Мы тебя из поезда сразу в такси спрячем, а из такси в... А, кстати, про гостиницу. Ты жила когда-нибудь в Хилтоне? А я не Хилтон, но это пошлятина для америкосов. В Питере надо жить в Астории. Два номера или один заказывать? Да. А, может быть, один, но большой? Ну, хорошо, два, так два. Два люкса в Астории.
По-моему, нехило отдыхаем. Да, Сереж. Слушай, сегодня, по-моему, не получится, и завтра тоже. Я на свадьбу уехал. У меня дружочек армейский женится в Саратове, помнишь, я тебе говорил? Вот. Ну да, там дня два-три. Марина? Не знаю, не звонила. А что? Давай, приеду, наберу. Пока. Зачем ты ему соврал? Можно было втроем поехать. Да? Да. В Астории было свободных только два люкса. Сережа. Ну что мы тянем? Что мы тянем? Что мы тянем? Смотри. Ой, сел аккумулятор. Что ж вы, девушка, не заряжаете твой телефон? План его офиса. Мы попадаем сюда, через вот эту дверь. Понятно? Света и Лена занимают позиции вот здесь. А вы проходите и контролируете вот этот проход. Хорошо? Хорошо, Римма Григорьевна. А первый цикл упражнений будете делать только по моей команде, ясно? А, изучайте свои позиции, я сейчас. Здравствуйте. Здрасте. А Марин дома? Нет, она уехала. А куда? В Петербург с своими однокурсниками. Там голливудский продюсер проводит кастинг какому-то своему новому фильму. И снял все номера в Астории. В Астории? Зачем столько? На концерт можно было только джинсы и футболку. Да? Да. Ну, тогда выбирай то, что нравится, остальное раздадим. А я думаю, желающих будет достаточно. Нет. Ну? Это все мое. Ну, тогда что? А примеряй здесь. Я тоже хочу посмотреть. Ну как? А? А, я, в принципе, так бы и пошел. Да? Разбежался. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится. И тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо. Если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Спасибо, Питер! А сейчас прозвучит песня для нашей гости из Москвы. Привет, Москва! Специально для этой обнаженной леди мы исполним композицию. А какую композицию мы исполним для этой леди? Оружие, Поль. Оружие! Раздай, безотказных страсти, здрасте. Меняет краски счастья раз в день. С тобой в опасность, без тебя день.
этой прекрасной песни место здесь, между моим и твоим сердцем, между баррикадой и Пресней. Вместе, вместе, это ли несчастье, но душа летела над лужами, но не апрель простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, но не апрель простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Так безотказных страсти прости. Холодный дождь откуда-то возник. Иди под зонт и руку возьми. Давай вернемся хотя бы до восьми. Мой город стих и ноты настиг. И это час дремоты настиг. Здрасте, здрасте, это ли несчастье? Но душа летела над лужами, но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. 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 Тут вот газета «Невский Альбатрос». Как вам нравится Петербург? Мне очень нравится Петербург. Благодарю вас за ответ. Тихо. Сейчас. Нормально. Пойдем. Папа. Ты куда? Ты что под руку говоришь? Я же ступлюсь. Значит так, представление окончено, цирк закрывается, а артистам пора спать. А ты у нас хозяин цирка? А я у нас хозяин цирка. Алле, ап! Ты собачкам так своим будешь рукой махать, шпрехталмейстер. Динамисточка. Слушай, сын, мне Воробьев видео показал. Какое видео? Ну, где ты гопоту гоняешь. Понравилось? Ну, в общем, да. Ты мне извини за эти слова про армию. У тебя бы там получилось. Не знаю. Я вообще не могу понять, откуда она здесь взялась. Слышь, Марин! Марин,
Где? Марина, ты что, ревнуешь, что ли? Руки убрал. Ну, перестань, я же вижу, что ревнуешь. Ты что, влюбилась? Да кому ты нужен? Пошел ты! А костюмчик горничная зачем одела? Ролевые игры? Класс, я люблю ролевые игры. Ну, куда ты идешь? Пошли ко мне. А у меня там эта мадам. Пошли к тебе. Ты не можешь заткнуться. Да подожди ты. Ну, реально человеку переночевать негде было, понимаешь? Она сидела такая печальная на лавке, а я вышел на улицу, а я, кстати, из-за тебя вышел. Потому что знаешь, как мне печально-печально одиноко было? Я выхожу, она сидит, глаза печальные, и говорит мне, негде, Мишка, мне переночевать. А потом голая у тебя в постели оказалась. Да, почему? Да, почему потом? Она сразу на лавочке голая. Голая вся. Не можешь остановиться, да? Я все могу. Ну так остановись. Пожалуйста. И ширинку застегни. Сережа, а ты откуда? Меня мама твоя прислала. Вот просила твоему брату передать. Он же здесь под Питером служит. Сережа, ты такой молодец. А я про Макса совсем забыла. Давай мы к нему поедем. Прямо сейчас. Тебе мама адрес дала? Да тут недалеко. Я в интернете посмотрел. Электричка всего лишь час идет. Это сюрприз. Ты же сказал, ты в Саратов поедешь. А свадьбу перенесли? Решили сыграть в Питере? Я, кстати, твои обновочки собрал, пока у тебя в комнате убираются. Не пропадать же добро, правильно? А то мне они маловаты. А ты найди, кому их отдать. Тебе же это не сложно. Пойдем? Лена, зайди на минутку. Угу. Ну что, значит, обо всем договорились? Ну, похоже, что так. Только остались небольшие детали. Ну, я, в общем, готов к обсуждению. Привет. Ну что, думаю, вас представлять друг другу не надо? Лена, у нас в сетке программ грядут большие перемены. Прям как у Диккенса. Мы с Павлом Петровичем затеяли грандиозный проект. Он любезно согласился предоставить нам свои супермаркеты для съемок ночного шоу. Так что тебе придется изменить сетку, и Таня принесет тебе необходимую информацию. Хорошо. Да, только у Диккенса роман называется «Большие надежды». Никаких перемен у него нет. Ну да, действительно. Чего это я? Слушай, ты чего устроил, а? Ты что, мне не могла позвонить? Думаешь, я не нашел бы тебе нормальной работы? Ты специально меня позоришь. А никто тебя не позорит. Я думала, замужем с другим человеком, и чужие друг другу люди. 20 лет вместе и взрослый парень. После такого не бывают чужими. Я своих не бросаю, это все знают. Да, ты своих не бросаешь. Особенно Рудика. Тот у него теперь такие проблемы. Ты стрелки давай не переводи. Трудно было позвонить? Звонить? А ты говоришь, когда тебе звонят? Трубку бросаешь, не разобравшись. А в чем у меня нет твоего телефона? Все стерло. Ни одного телефона нет. Да. Чего? Какие зайчихи? Откуда зайчихи? Пловчихи? Да вы что, рехнулись, что ли? Сейчас приеду. Лен, что происходит? Ничего, ты сказала, это не нужно. Так гораздо
симпатичнее смотрится. Послушай, у тебя в жизни ведь все получилось, правда? Два мужа, прекрасные дети. А у меня, может быть, это вообще последний шанс. Да и вообще он классный мужик. Ты бы порадовалась, что ли, за подругу. Я радуюсь. Я радуюсь. Честно? Кажется, честно. Спасибо, Лен. Здравствуйте, нам два билета до Сестрорецка. Давай деньги. Ну, у меня нет. В смысле, ты что, без денег поехала? Ну, я просто не успел собраться, ты так резко уехала. Я, между прочим, тебя вчера ждал после зачета, а ты даже не позвонила. Когда я звонил, ты трубку не взяла. Ты мне что, сцену устраиваешь? Нет, просто сказала. Вы билет будете брать или нет? Да-да, подождите секунду. Стой здесь. Молодой человек, берите или отходите. Очередь ждем. Да, сейчас. А вы мастер-карт принимаете? Принимаем. Два, до Сестрорецка. Чишка есть какая-нибудь лишняя. Возьмите. Спасибо. До свидания. Сестрорецк тоже. Спасибо большое. Спасибо. 52 рубля. Талант. Великая штука. Ты же говорил, что у тебя нет денег. Ну, не одна ты талантливая. Ладно. Эти деньги мы проедим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Раз, два, три, четыре. Молодцы, девочки! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Умницы! Раз, ну, два, три, четыре, пять, а? Шесть, семь, восемь. Попробуйте. Молодцы! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Улыбаемся, девочки! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, прекращайте балаган этот! Вы что? Что тут происходит? Олег, это что такое? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Олег, ну что же это такое? Как они сюда попали? Что ты здесь? Драться, что ли? Олег, я вообще не понимаю. Разве я за это плачу? Уволен, все. Беспредел какой-то. Раз, два, три, четыре. Здрасте, Павел Петрович. Так, друзья, прекращаем это безобразие и освобождаем помещение. А мы никуда не уйдем. Мы останемся здесь. А охранник ни в чем не виноват. А кто, по-вашему, виноват? Вы. А если вы его уволите, то мы у вас останемся здесь еще на несколько часов. Фарс какой-то, абсурд, да? Вы кто такая вообще? Вы чего хотите? А вот об этом я готова с вами поговорить наедине. Я слушаю вас. Мы решили провести тренировку у вас в офисе, потому что именно вашими стараниями наша тренировочная база закрыта. Какая база? Вы что вы несете? Бассейн в спорткомплексе «Жальгирис». Погодите, погодите, это... Это что, Рудик вас на меня натравил? Странные у него методы. Не находите? Хорошо, я с ним переговорю. У вас что-то еще? Или вы пришли навек здесь поселиться? Простите, пожалуйста, а вот этот юноша на фотографии рядом с вами, это кто? Мой сын.
Надеюсь, он не мешает вашим тренировкам? Ой, нужна мне морковка! Малина! А меня не любит твоя акулина! Подает? Ой, лучше яду! Я туда пьюсь! Вань! Ну ты ж погибнешь! Утонешь насмерть! Мне все равно, она меня не любит, прощай! Я сейчас верну. Я ж лежу на боку! Давай-ка я тебе лучше подтолкну! Ой! Слушай, ты достал со своими интригами, ты чё за нами следишь? Так, Серёж, спокойно, всё по плану. Какой план? Ты чё несёшь? Ты просто меня обманул! Ведь не было никакой свадьбы в Саратове, никакого кастинга не было. Это ты придумал обмануть её мать, думаешь, я не догадался? Спокойно. Чё так волнуешься? Я ради тебя стараюсь. Ради меня? А в Питер ты с Мариной тоже ради меня поехал? И приставал к ней тоже ради меня? Нет, слушай меня внимательно. Ты ошибся, она другая. И плевать она хотела на все твои разводки. Она настоящая. А теперь подумай своей башкой, как ты об этом узнал. Смог бы ты это понять, если бы не я. Это сейчас тебе хорошо стоит орать на весь тамбур, она не такая, она святая, она не такая. После того, как я устроил ей проверку. Какую проверку? Вот такую проверку, Сережа, обыкновенную проверку. И теперь мы с тобой четко понимаем, что вон там сидит девочка, которая не ведется на бабло. А следовательно, у тебя, как у малоимущего и ущербного, шансы возрастают в разы. Кого надо благодарить? Остановил истерику, вернулся к ней и сделал так, чтобы она перестала на меня злиться. На следующей остановке я подсяду к вам, будем ехать вместе. Нет, теперь я буду принимать решения. Так, я их принимал, давай я... Да не дави на меня, ты забыл, кто на кого работает. У тебя есть наличность? Ничего себе повороты. На следующей остановке сойдешь и вернешься в Питер. А оттуда в Москву. Ты меня понял? Слушаюсь, о мой повелитель. Тогда проходи, пиво будешь? Я тебе уже как-то сказал, я в твой дом не ногой. Ты выйди. Слушаю тебя, Паш. Да нет, это я тебя слушаю. Объясни-ка мне, Рудик, зачем ты ко мне посылаешь каких-то бешеных баб? Бешеных баб? Не понимаю. Да все ты понимаешь. Тренерша или строил спорткомплекс? Римма Григорьевна. Женщина с характером. Но я ее к тебе не подсылал. Ей теперь тренировки проводить негде. Ты же мне везде кислород перекрыл. Поэтому ты свою жену подбираться отправил? Что значит подбираться? Ты, Рудик, не Юлия. Она мне за 20 лет ни одного дня не работала. Я пылинки с нее сдувал. На ней одних бриллиантов на 50 штук минимум всегда было. Она сама захотела работать. Так сделать, чтоб расхотела. Кто у вас мужик в доме? Как только уволится из этой шарашкиной конторы, будет тебе спорткомплекс.
Не раньше. Антон, что это за машина? Какая? На которой ты приехал. Range Rover Evoque SD4. Опять выходной себе устроил? Меня не интересует ее название. Меня интересует, откуда она у тебя. Купил? Ты же забыл о своем обещании, верно? Тогда позволь узнать, откуда у тебя средства. Посуду в Макдональдсе мыл. Антон, я не шучу. Это очень дорогая машина. Да, пап, я знаю. Очень дорогая. Именно поэтому я ее и купил. Увольнительные будут давать только через 2 часа. Когда уже выпускать будут? Скоро, скоро. Сейчас, подожди. Скажите, а можно одного солдата пораньше отпустить? Мы из Москвы приехали. А мы что, местные? Мы вообще, из Екатеринбурга приехали. Какая рота? Как зовут? Максим Рябинский, 3-й рота, 3-й взвод. В увольнение будем отпускать ровно через 2 часа. А третье теперь пойдет последний. Как последний? Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант, почему последний? Ну что за безобразие такое? Тебя кто за язык тянул? Я хотел проблему решить. Ну, решил. Теперь не 2 часа ждать, а 3. Да я просто спросил. Нет, ты не просто спросил, ты на него наехал. И вообще не ори на меня. Взвод смирно. Налево. Подразделение шагом. Марш. Левый. Левый. Раз, два, три. Левый. Левый. Может, хватит? Что? Вот это. Чего ты там роешься? Нормально поесть не можешь? Мне твоя мама сказала, что ты в Питер на кастинг поехала. Ну что? Его отменили. А Михаил тоже на кастинг поехал? Слушай, что ты до меня докапываешься? Я перед тобой отчитываться, что ли, должна?
А может, ты со всеми, у кого есть такая же машина, как у него, случайно оказываешься в одной гостинице? А? Королёв! Слушай, ты задолбал уже. Смотри, как пошла. Раз, два, раз, два. Уходит Серега, ай, уходит. Но не получается, когда рядом взрослых нет. Я ж тебе сказал, исчезни. Исчезнуть? Хорошо, смотри. Ать, раз, два. Вот так, видишь? А вот так не видишь. Видишь вот так вот меня? А вот так вот не видишь. Видишь? Ты отстанешь от нас или нет? Честно? Нет. Хотя, надо признаться, обучаешься ты быстро. По ускоренной программке пошел. Нет, студент. Я теперь от вас не отстану. Вызов принят. Рассказ новый написал специально для тебя. Хочешь почитать? Нет. Может, вернемся на КПП? Вдруг их раньше отпустят? Круто. Всю жизнь мечтала на таком прокатиться. Пойдем. Ну, я ж тебе сказал, туда нельзя. Частное мероприятие. Строго по приглашениям. Добрый день. Приятного вечера. Стой! Ты что, тупой? Тебе сказали, нельзя сюда! Руки убрал! Ты что, сдурели? Девушка, вы бы забрали его отсюда, а то достанется дурачку. Позвоню, вас вообще в порошок сотрут. Только сразу нас не убивай, ладно? Я тебе говорю, помучай немного. Я тебе говорю, отпусти, урод! О, смотри. Бросила тебя твоя тёлочка. Ничего, я с ними потом разберусь, козлы. Ты разберёшься. Марин! Я договорился, пойдем. Да, недолго он прятался. Так ты знал, что он за нами поехал? Марин! А ты не знала, 10 минут назад не от него смс-ку получила. Опять допрос? Марин! Марина! Эх, не знаю, что мне госэкзамен завалю дополнительными вопросами, а? Девушка, слушай, девушка, страшный такой, дорога темный, вообще один ходит, бродит, красивый, милый, такой один совсем идет, шарахает. Марина, ну хватит дуться, а? Ну хочешь, я рабом твоим стану? Знаешь, какой послушный? Вот ты меня попросила, застегни ширинку. Я взял, застегнул. Она не хочет с тобой разговаривать, разве не ясно? А с каких пор ты вдруг за меня решаешь? Ты сама говорила, пойдем. Не ты ли, что сама? И сейчас говорю, что он пойдет с нами. Спасибо, братан.
намного упростил задачу. Девушка! Привет, сын, а ты где? Привет, пап. Я в Питере. Ну и что ты там делаешь? Да у нас тут дела с Михаилом. А, так он с тобой. Хорошо. Ты когда вернешься? Не знаю. Завтра, наверное. Ну да. Ну ты это, ты поаккуратней там. Пока, пап. Пока. Слушай, а чего голос у тебя грустный? Не, доча. Если столько всего понадарил, аккуратно. Обязательно замуж возьмет. Это я тебе говорю. Нет, ты посмотри, сколько денег потрачено. Угу. Слушай, и картины настоящие. Мам, конечно. Ну хорошо. Прудик мы почистим, карпиков туда запустим. Нравится? Да, доча. Ты представляешь, как нам повезло. Я всегда знала, что ты у меня достойна самого лучшего. Покатай маму, да? Ой, что-то ты поправилась. Вот покатай меня. По замку. Ой, какая люстра. Люстра? Золотая? Если даже не золотая, то позолочена. Павлик. Знакомься, это моя мама приехала. Здравствуйте, Павлик. Зачем? Ну, она в Москве давно не была. У нас комнат много. Пусть поживет. Собирайтесь. Куда? В гостиницу, обе. Номер вам закажут, билет на самолет тоже. А. Доча, а что он сказал? А? Бабушка, вы бы шли на территорию часть. Там скамеечки есть. Покойно внука там и покормите. Не пойду, а то обратно меня не выпустишь. Вон Витюшку-то моего не выпускал. Кушай, кушай, внучок, сил набирайся, кушай. Ты бы, командир, позвал еще ребятишек. Всех накормлю. Здравствуйте. Я к Максиму Рябинскому, 3-й рота, 3-й взвод. Паспорт. А вы кто ему будет? Сестра. Увольнение только с родителями. Ты что, мы зря ехали? Не зря. Можете пройти на территорию части и с ним пообщаться. Послушайте, мы уже здесь 2 часа стоим. Товарищ, товарищ военный, я с братом даже не попрощалась. В чем дело? Савельев. Да вот. То есть, старший лейтенант, разрешите обратиться? Слушаю. Ну, можно у вас на минуточку, есть серьезный разговор. Ну, пошли. Что-то мне рожа этого в гражданском знакома. Слушай, Кирик, это же этот, из квартиры, помнишь, конкурент наш? Называй меня Кирик. Прости, Кирик, я забыл. Идиот. Да-да, он это, он. Опять нас опередил. А это даже лучше. Он нам сам сейчас его с проходной выведет. Слава богу, светиться не надо. Будем ждать. Ну, а сам где служил? У ЖУР под Красноярском, 21-я ракетная бригада. Нормально. Савельев, вызови этого Рябинского из 3-й. К нему дядя приехал. Есть, товарищ старший лейтенант. Дежурный, ну, по части прапорщик Савельев. Удачи. Внимание, вызови Рябинского на КПП. К нему дядя приехал.
Там подождать чуть-чуть надо. Подумаешь, я бы тоже мог договориться. Тоже помню, ко мне в армейку мама, когда первый раз приехала. Сань, потом, потом мемуары, потом. Интересно, зачем они сестру привезли? Короче, надо как-то этого бойца в машину затащить, чтобы он им не достался. Валера, поехали за ними потихонечку. Все равно по-любому бесполезно возле КПП кипиш поднимать. Сережа с тобой перепутала. Я, ну, рюкзак тебе привезла, а потом так оказалось, что Сережа передал Мише. Держи яблоко. Давай. Вот, вот яблоко, а вот йогурт. Подержи. Или потом. Потом лучше еще ложечку достану. Сейчас давай, сейчас съем. И буду тебя кормить. Угу. Это у нас йогурт. Слышь, а братуха, это харема есть. И... Другим тоже покататься охота. Мама сделала с яблоками. А есть попить? Ну да, компот. Сейчас вот достану. А, еще давай воду. Компот. Хорошо, ладно. Ты сейчас что-то не к месту, ну, но короче, неплохо начал. Был ужас. Давай еще что-нибудь ляпни. Да тебе твой Летеха ляпнет на КПП, ты меня понял? А я кататься хочу. Ты скачил бодренько. Бодренько, я тебе говорю. Пей. Давай, давай мне твою ложку. Руки убрал и черти отсюда, заусенец. А ты чё? Ну и затопили мы, конечно. Ты чё, уволен? Вся поверил, что ли? Ну давай предъявы, как. Какие предъявы? Ты хотел кататься? Да, дружище, ты из какой роты? Сядь и катайся. Из третьей. О, класс, что, можно тебя? Угу. Подержи, пожалуйста. Никуда я не хочу сесть, чё ты гонишь? Сел, ё-моё. Качаться хотел, качайся. Тут такое дело. В общем, брата моего не выпускает, накосорил походу. Мне нужно, чтобы ты посылочку ему передал. Да, конечно, не вопрос. Ну, пойдем, тут недалеко, вон на заднем сиденье пойдем, в машине. Пойдем. Спасибо, слушай, дружище, прям выручил вообще. Чего ты завелся? Да ладно, завелся. Чего ты завелся? Это быстро. Ты че? Куда ты? Веришь в себя, что ли? Да, верю. Куда с такой верой? Ты завелся. Какой тем? Да, вот здесь у нас. Давай посмотрю. Эй, вы чё?